Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Мысли мужчины о вас сейчас». Итак, у нас, как всегда, три варианта. Первых три карты, что между вами сейчас, на сегодняшний день. Информация, по которой вы сможете понять, ваш ли это расклад. Итак, что между вами сейчас? Какие нити судьбы объединяют ваши жизни? Вы знакомы в общении или, возможно, в отношениях. Мысли мужчины о вас сейчас. Что думает он о вас? Какая вы в его глазах, как на сегодняшний день видит и воспринимает ситуацию между вами, желает ли он с вами отношений, каких отношений и что готов делать, готов ли человек к действиям. Конечно же, эмоции и чувства. По утрам, по вечерам, его чувства и эмоции по отношению к вам, когда видит вас или находится далеко, что у него на сердце. Ну и, конечно, какая мысль не выходит у него из головы, какая мысль из подсознания чаще всего тревожит или радует этого человека и не дает ему о вас забыть. Итак, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы начинаем. Первый вариант, первых три карты, что между вами сейчас, на сегодняшний день. Итак, если слышите, информация о вас резонирует с вами, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Что между вами сейчас? Я вам скажу, что, конечно, интерес у этого мужчины очень-очень интенсивный в вашу сторону. Этот человек очень желает проявиться, прояснить между вами отношения. Для себя этот мужчина понимает, что ситуация уже в неком эмоциональном плане выходит из-под контроля. Этот мужчина действительно вами любуется, и есть некая ситуация, да, что вот он желает подобрать, я даже не скажу момент, но вот, знаете, как-то ему хочется и вам очень понравится этому человеку. Ему очень хочется как-то привлечь ваше внимание. Я вижу, что интерес, конечно, он вот такой горящий. Он очень интенсивный. И я вижу, что этот человек многое хочет вам сказать. Этот человек желает разговора. Очень может быть в своей голове, да, он как-то взвешивает каждое слово. Что он скажет, да, что он хотел бы услышать в ответ. Этот человек действительно желает разговора и желает какой-то, возможно, перемены, активного движения в ваших отношениях. Однозначно этот человек понимает, что ситуация выходит из-под контроля, и где-то его уже захлестывают эмоции. Абсолютно точно я вам скажу, что вы не то что в зоне интереса этого человека, у него есть некий момент, да, переполняющих чувств. И он понимает, да, что есть какие-то иные варианты, да, иной формат развития событий. То есть все может получиться, но не так, как ему бы хотелось. И да, этот человек очень желает даже и проявиться, и прояснить между вами отношения, и как-то вот свой шанс, знаете, все-таки не упустить. Вижу, что вы ему очень нравитесь, этому человеку. Очень может быть, что у вас сейчас общение или на расстоянии, может быть общение через стекло, как бы через окно, да, человек как бы смотрит на вас. И вы знаете, да, он взвешивает для себя, есть ли шансы, есть ли варианты, да, в этих отношениях. Вы также можете общаться, да,
можете сталкиваться даже очень часто. И я вижу, что как бы человек, да, имеет некие слова, которые он очень желает вам высказать, некие эмоции, которые он очень желает к вам проявить. Ну, давайте посмотрим еще, что между вами сейчас. Ну да, я вам даже больше скажу, в ближайшее время этот человек проявится. Потому что вот это равновесие, которое сейчас, да, удерживается, возможно, между вами, очень может быть, что это какое-то начало некого общения или, да, как, ну вот отношения, но вот он понимает, что этого уже мало, да, что это уже, да, нужно двигаться дальше, нужно идти в лучшие. И вообще я вам хочу сказать, что человек желает начала или, возможно, желает какой-то трансформации в вашем отношении и некой гармонии, понимаете, некой гармонии. Как-то он боится упустить какой-то шанс, возможность, он опасается быть опоздавшим. Вижу, что вот в ближайшее время человек будет действовать. В ближайшее время будет какое-то прояснение, разговор, встреча, объяснение в отношениях. И он для себя понимает, что вы действительно уже на сегодняшний день, это не просто какое-то спонтанное решение. Это решение, над которым этот человек уже очень хорошо подумал. То есть он уже взвесил для себя все, да, и на сегодняшний день понимает, что нет, все-таки эмоции к этой женщине очень, да, переполняющие. То есть этот человек понимает, что здесь может быть начало, знаете, такого шторма, очень эмоционально наполненных отношений. Отсутствует вот такой момент гармонии, да, какого-то, возможно, спокойствия внутреннего, душевного. Этот мужчина о вас очень много думает. И вот действительно, да, человек уже взвесил очень многое. И он для себя понимает, да, что он, конечно, имеет большую надежду, что он проявится, да, и все получится, но он и как-то, знаете, очень реалистично смотрит на эту ситуацию. Очень может быть, что здесь вот какое-то вот начало бурления, развития отношений. Конкретно идет момент, что отношения поднимаются как бы в гору, да, они имеют некий момент подъема. И, возможно, даже и какие-то, этот человек уже имеет какие-то опасения, чтобы вот не упустить вот эту тоненькую нить, которая вот на сегодняшний день объединяет этих людей. Ну, давайте посмотрим еще. Да, у этого мужчины есть чувства. Вот конкретно идет момент, что этот человек находится в неком эмоциональном, знаете, таком, по отношению к вам очень много эмоций. Очень много, знаете, каких-то мыслей, да, которые вот его отвлекают от всего. То есть где-то этот человек, возможно, очень даже сконцентрирован на вас и на ваших вот каких-то мечтах, о ваших каких-то отношениях. Я вижу, что да, он думает и о вас, и прекрасно понимает, что вы ему далеко не безразличны. И он думает о любви, он думает о том, что может быть в ваших отношениях. И да, конечно, на сегодняшний день, возможно, это некая, знаете, присутствует иллюзорность, мечтательность некая, но ему очень бы хотелось, чтобы это стало вот действительно реальностью. И я вижу, что этот человек, он готов действовать, готов проявляться, готов, знаете, вот действительно что-то менять в отношениях, потому что действительно вы ему очень интересно. Более того, я вам скажу, конечно, ситуации бывают разные. Но я вижу, что и некий подход, да, этого человека очень серьезный по отношению к этой женщине. И действительно уже на сегодняшний день есть некий момент, да, возможно, зарождающихся чувств. Возможно, это некое укрепление, да, чувств и четкое осознание, да, что это моя женщина. Но я вам хочу сказать, что да, здесь могут быть и даже очень, знаете, такие отношения гармоничные, потому что этот человек явно идет как человек с вами, ищущий какого-то компромисса, с вами ищущий некой общей дороги вместе. Здесь очень большой даже потенциал на развитие этих отношений. Ну что ж, давайте посмотрим, а что же ты думаешь об этой женщине сейчас? Вы знаете, что-то он как бы вспоминает, что-то он, какие-то нюансы, моменты, возможно, вашу последнюю встречу, какой-то разговор, какое-то общение с вами. И вы знаете, этому человеку действительно очень рядом с вами приятно.
очень с вами, знаете, как-то, возможно, легко. В некой степени он воспринимает вас своей маленькой девчонкой, своей, знаете, такой малышкой. Этот мужчина думает о том, что не зря, да, ваши жизни так или иначе пересеклись, что, возможно, вот этот, знаете, переполняющий его эмоции наталкивает его на мысль, что случайности не бывает, что эта женщина, она очень-очень, знаете, не зря появилась в его жизни. И вы знаете, он, наверное, надеется. Он надеется и желает, чтобы это была судьба, чтобы вам было, знаете, возможно, по судьбе прожить некую прекрасную историю отношений, прекрасную историю любви. Да, этот мужчина очень желает, знаете, такой радости, желает приятного времяпрепровождения. Вы действительно очень интересны для этого человека. И когда он, знаете, вот рядом с вами или вообще не с вами, он отвлекается вообще от всего, да, что вот, возможно, в будни тревожит или беспокоит этого человека. Вижу, что сейчас, да, мыслей о вас очень-очень много. И вот эти карты, да, они все-таки указывают на некий момент переполнения чувствами. И где-то он боится подпустить ближе, да, эти чувства, а как-то, знаете, признать их, возможно, эти чувства. Очень может быть, что между вами или еще не расставлены, да, все точки, нет каких-то нужных и желаемых вами слов. Но я вижу, что этот человек понимает, да, что он где-то не желает и уже и не может сопротивляться тем эмоциям и тем чувствам, да, которые просто врывается в его сердце, в его сознание. Вижу, что вы очень интересны этому человеку. И да, определенно на сегодняшний день уже есть такие моменты, на которых он себя ловит и понимает, что вы для него лучше. Лучше всех, прекрасней всех, интересней всех. Ну давайте посмотрим еще мысли этого мужчины о вас. Что он о вас думает? Что ты думаешь, да? Но очень может быть, что этот человек понимает для себя, что вот, ну, я желаю, да, каких-то, какого-то продолжения, но по справедливости, возможно, каких-то действий не хватает. Но об этих действиях человек действительно думает. Он думает проявиться, знаете, вот так в полной мере. Очень может быть, сделать какой-то очень кардинальный и важный шаг. Решение как бы принято, да, решение очень обдуманное и решение уже принятое. И уже, знаете, некое движение, оно уже началось. И действительно это движение, оно, это как начало, знаете, человек желает нового начала. Возможно, для кого-то пройдет нового формата отношений, а для кого-то действительно проявиться, действительно свой интерес реализовать. И свои чувства показать вам. Да, ну покажи нам еще. Ну вот это такое, знаете, действительно осознание по справедливости, что дабы быть счастливым с этой женщиной, чтобы быть с ней рядом, чтобы быть в некой радости с этой женщиной, нужны конкретные действия. Вы знаете, нет в нем каких-то сомнений, нет в нем каких-то страхов. Человек настроен очень даже активно к действиям. Да, потому что вы императрица, то есть вы приятно этого человека удивляете. И вообще вы знаете, что этот человек намерен действовать, и действия будут. И действия будут очень активные даже со стороны этого мужчины, потому что этот человек действительно понимает, что его безумно к вам тянет, и что, вы знаете, он видит вас прекрасной женщиной для создания очень серьезных и верных отношений. Отношений, которые вот не просто игра какая-то, а абсолютно что-то серьезное и важное в жизни, что-то, возможно, даже очень и необходимое в жизни человека, фундаментальное. Это, знаете, какой-то важный шаг, и на сегодняшний день я вижу, что человек прямо, я бы здесь сказала, нашел свою женщину. У него ощущение, что он по справедливости, по судьбе, по душе, по своим чувствам нашел свою женщину. Давайте посмотрим еще, да. И вы знаете, этот человек готов менять свою жизнь, готов к каким-то кардинальным переменам, готов, возможно, где-то многое изменить,
чтобы вот этот компромисс и вот этот какой-то момент контакта, да, и совместных каких-то уже будущего какого-то построения, вот, чтобы освободить, возможно, некое место. Человек готов к переменам, человек готов где-то, знаете, отбросить некие моменты сопротивления, какой-то свой эгоизм. Знаете, этот человек не был готов к такому развитию событий. Он не был готов к тому, что такая женщина и столь значимая войдет в его жизнь. Возможно, ситуация, да, действительно на сегодняшний день такова, что нужно что-то разрушать или нужно что-то конкретно в жизни менять. Но я вижу, что человек действительно к этому готов. Я не сказала бы, что вы вот прям были, ну вот какой-то план, да, был. Нет, но такое, да, вот счастье подвернулось ему в жизни. Он как бы поймал такую минуту, такую секунду, где-то ухватил вот эту ниточку судьбы. И сейчас он действительно очень как-то опасается потерять этот момент. Потерять, возможно, какую-то связь или какие-то возможности с вами. Потому я вам скажу, что да, этот человек, безусловно, он будет действовать. Потому что на сегодняшний день он понимает, что эта женщина создает вот тот мир, да, в котором он желает жить, который он желает принять вот в свою жизнь. Давайте посмотрим дальше. На сегодняшний день, как человек видит ваши отношения, да, вас, и каких отношений он с вами желает. Вы знаете, возможно, еще есть какие-то моменты, да, над которыми нужно поработать, где нужно приложить действительно усилия. Но мужчина готов к действиям, готов, знаете, он готов к серьезным отношениям. Он понимает, что, возможно, вот такого энергетического, знаете, единения, такого энергетического притяжения и желания, ну, не было возможно в его жизни. То есть это четкое ощущение, что большего счастья в мире нет, чем обнимать любимую женщину. Этот мужчина действительно желает, чтобы вы стали его парой, чтобы вы стали его женщиной. Ну, давайте посмотрим еще на этот момент. Возможно, этот человек как-то, знаете, опасается какого-то, возможно, третьего, да, вот выходит все-таки тройка-тройка, то есть третьего лица, возможно, ваших отношений, какого-то третьего варианта, то есть будет не так, а еще как-то по-другому, то есть, возможно, какой-то неожиданности этот человек опасается. Возможно, знаете, опасается, что вот отношения с вами это как далекая звезда, смогу ли я дотянуться, да, или все-таки эта женщина так и останется моей мечтой. Но я вам хочу сказать, что да, этот человек действительно настроен действовать. Есть у него опасения, да, что у вас, возможно, какие-то иные планы, и он вот действительно не входит в ваши планы на будущее. Есть у него это опасение, но вот его надежда, она горит огнем. Этот человек имеет большую надежду, да, некую мечту, звезду, да, чтобы, возможно, вот действительно завязать с вами очень серьезные отношения. Отношения, которые будут иметь конкретное развитие, над которым он действительно готов работать. Я вам хочу сказать, что этот человек очень ждет какой-то встречи, ждет какого-то разговора с вами, серьезного разговора. И, возможно, он желает, чтобы эта встреча была максимально романтичной, максимально, знаете, располагающей. Встреча, которая покажет вам, что он действительно, знаете, очень серьезно настроен. Потому я вам скажу, что, возможно, этот мужчина планирует вот какое-то очень романтичное свидание и, возможно, даже очень волнуется перед этим свиданием, перед этой какой-то встречей с вами, да? Потому что, вот по его мнению, многое очень будет решаться. Очень много будет решаться, да. Буду ли я счастлив, буду ли я, знаете, вот действительно, да, ветер перемен, да, поднимет меня вверх, или все-таки вот эта башня, да, приведет к тому, что мое сердце будет вырвано навсегда. То есть очень какая-то важная встреча, которая действительно очень много может поменять в ваших отношениях. Конечно, это ж он как бы, знаете, разговор
дадите вы ему шанс, впустите вы его в свою жизнь, да, или все-таки, да, вот будет какое-то разрушение. То есть я бы сказала, что этот человек желает с вами очень такого важного разговора, который очень много расставит вот на свои места. Но вообще я вам хочу сказать, что, конечно, у человека очень много надежд, связанных с вами и с вашими отношениями. Давайте посмотрим эмоции этого мужчины, да? Его эмоциональное состояние — двоечка воды. Вот он, когда он рядом с вами, он понимает, ну, что это, этому невозможно сопротивляться, и, возможно, где-то, знаете, он понимает для себя, что его чувства, они более глубокие, они более, знаете, такие динамичные, они как-то очень быстро, да, вот набирают движение, набирают силы. Но я вам что хочу сказать, эти чувства, они вполне осознаны, они вполне, знаете, уже на сегодняшний день приняты этим человеком. Если был какой-то момент, да, когда он понимал, что ваше отношение, ваше какое-то общение, оно вот, ну, скажем так, не входит в планы, да, оно не запланированное, оно как-то, да, вот живет своей жизнью и наоборот, еще и его жизнь, да, берет под контроль. То есть этот человек понимает, что вот его чувства к вам берут под контроль его жизнь. И уже на сегодняшний день человек готов не только к каким-то переменам, да, вот таким, скажем так, поверхностным, а к очень даже и глубоким переменам. И он понимает, да, что вот рядом с вами он, возможно, совсем по-другому воспринимает определенные вещи, возможно, вещи, которые вот связаны именно с чувствами, с верностью, с какими-то, знаете, таком, с гармоничными отношениями. То есть он уже, возможно, на сегодняшний день определенно точно как-то ценность, да, увидел ценность в этом, определил ценность этому. Ценность, вот, возможно, любви, ценность чувств, ценность вот этих эмоций. И вот ощущение, да, что вот не жизнь под контроль берет чувства, а наоборот, что вот эти отношения ваши и чувства между вами, они берут под контроль его жизнь. И вы знаете, что очень, может быть, человек понимает, что это правильно, что это вот единственный путь к лучшему, это единственный путь вообще, возможно, человеку быть счастливым. Я вам скажу так, что очень многое в его жизни как-то, знаете, изменило, возможно, приоритет. То есть то, что для него казалось очень важным и, возможно, первым, да, на первом месте, сейчас как-то человек вот как-то видит это совсем-совсем по-другому. То есть очень может быть, что изменились вот какие-то приоритеты. Да, я вижу, конечно, когда он находится рядом с вами, он просто в некой степени теряет голову. Вот вы вскружили ему голову, вы очень ему нравитесь. И я вам скажу, что нравитесь со всех сторон. Что действительно человек очень обдуманно и трезво воспринимает вас, да, несмотря на то, что я вижу, конечно, по двоечке воды и вообще, да, что здесь не только интерес, но и чувства у человека уже есть на сегодняшний день, но воспринимает вас он очень адекватно, нет момента, да, как бы, знаете, блестками какими-то засыпать, да, как идеализировать что-то, да, давать им какую-то неестественность, а потом, знаете, столкнуться с какой-то действительностью, да, и где-то быть разочарованным. Нет, он воспринимает действительность и где-то наоборот желает видеть, знаете, вот все, знаете, трезвыми глазами. И я вам хочу сказать, все, что он видит, оно ему действительно очень нравится. Это какие-то особенности вашей фигуры, особенности, знаете, вашей внешности, особенности вашего характера. И, возможно, он не совсем согласен, но абсолютно точно, да, что некая, возможно, ваша темпераментность ему очень нравится. То есть даже какое-то ваше несогласие, какие-то спорные моменты, какие-то выяснения отношений, и даже это, да, это вот просто грань, это просто, да, вот какой-то, как сказать, как еще один цвет, да, вот в отношениях, чтобы они были более пестрыми, более яркими, более насыщенными.
То есть, да, этот человек воспринимает вас вот такой, какая вы есть. И действительно, я вам скажу, некая взвешенность, некая реалистичность здесь присутствует. И некое вот четкое понятие, да, что вот я нашел свою женщину, я нашел свою королеву, свою женщину, которая вот просто, знаете, и любовь, и страсть, и огонь, и темперамент, да, и все это создает вот это, знаете, закружили вы его. Как-то четкое ощущение, что эта женщина меня просто, знаете, где-то, возможно, сводит с ума. Вы очень-очень ему нравитесь, очень. То есть такая женщина, знаете, с одной стороны, она настоящая, очень, возможно, искренняя, которая вот может высказаться и бросить правду в глаза, и, возможно, колкую, и, возможно, да, где-то, возможно, даже и неприятную. Но вот все эти качества, они ему очень, знаете, импонируют и очень нравятся. Вообще, сильное очень притяжение к этой женщине, действительно, настоящая королева, очень сексуальная, красивая женщина, с какой бы стороны ты на нее ни посмотрел, всем она хороша. Потому что есть вот эта двойка воды, потому что есть любовь и есть четкое ощущение и желание принимать. Принимать человека таким, как он есть, и любить его такого, каким он есть. Давайте посмотрим, какие мысли не выходят у него из головы, какие мысли чаще всего вот повторяются. Ну вот смотрите, да, есть некий такой момент, он чувствует себя, возможно, да, у него ощущение, что я не могу изменить этого, да, то есть я где-то как бессилен где-то перед вами, да, и, возможно, я очень такое грозное, да, морское чудовище, но, возможно, перед этой женщиной, да, и в отношениях с этой женщиной я понимаю, что я бессилен, да, сопротивляться своим чувствам, сопротивляться вот этой женской магии этой женщины. И я вам скажу, что да, мыслей очень много, и где-то этот человек понимает, что вот эти мысли, они просто его не отпускают, и действительно где-то и радует, и где-то, да, заставляет его сердце быстрее трепетать, когда вы находитесь рядом. Многое еще не сказано, многое, но этот человек прекрасно осознает, да, что вы именно та женщина, именно императрица, и что вы именно женщина, которая еще удивит, которая очень много, знаете, таит в себе таинственности, и где-то, возможно, она неприступна, и где-то, возможно, она еще присматривается, но абсолютно точно я чувствую, да, что это моя птица, что это мой человек. И вот это желание, знаете, вот действительно отпустить все, да, что меня как бы сдерживает, и сделать вот этот решающий шаг в большой надежде, да, что вот эта любовь даст ощущение полета, даст ощущение, да, счастья этому человеку. Он видит в вас женщину, с которой он действительно может быть счастлив, не мгновение, а вот действительно проживать какое-то счастье очень такое, знаете, мирское. Вообще человек готов к активным действиям, а готов делать определенный шаг. И для кого-то действительно это начало, а для кого-то это трансформация конкретная ваших отношений. Вижу, что вы этого человека очень-очень интересуете в плане будущего, не развлечения, а будущего в гармоничных, прекрасных отношениях. Вот такой вот у нас первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось, я буду очень рада. А мы будем идти дальше. Итак, второй вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует с вами, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или, возможно, другое видео. Итак, что между вами сейчас? Я вам скажу, что ситуация очень непростая, но эта ситуация, знаете, она как просто определенный этап ваших отношений, который нужно пройти.
очень сильное притяжение между людьми. И я бы сказала, что отношения в очень таких, очень серьезные. То есть этих людей связывает очень многое. И вот старший аркан суд говорит о том, что возможно, да, сейчас может быть непростой какой-то период, период каких-то, возможно, тревог, какой-то неизвестности. Но эти люди, знаете, вот им как бы по судьбе, им по судьбе. И очень много их связывает, очень много. И я вам скажу, что да, сейчас может быть такой момент, особенно по вечерам, человек о вас очень много думает. Может быть какая-то, знаете, неизвестность, какая-то может быть тревожность, да, может человек... сейчас находится, возможно, не рядом с вами. Или вот и в отношениях может проходить какой-то момент, да, а дальше, да, а есть ли будущее, а будет ли вот этот момент, да, движение вперед. Но я вижу очень много чувств, очень такое, знаете, искреннее душевное притяжение, тоска, возможно, да, то есть если люди на расстоянии, здесь может быть тоска. И действительно, очень много этих людей связывает, очень много, знаете, как-то точек каких-то, возможно, очень крепкие отношения, то есть уже, да, есть определенно фундамент здесь. А для кого-то это может пройти какая-то вот встреча, вы знаете, с одной стороны, она как бы может быть момент, что вы на расстоянии с любимым человеком. И может быть для кого-то, что это очень стабильные отношения. Человек просто вот, да, по каким-то вопросам, да, сейчас находится на расстоянии и есть момент какой-то тоски, неизвестности и переживаний. А для кого-то может пройти, что в общем, да, отношения, возможно, какие-то вот, а что дальше, да? То есть... какой-то момент, есть ли возможность, то есть может быть какая-то вот ситуация развилки, то есть может быть еще какой-то иной вариант развития событий. И возможно здесь женщина раздумывает над тем, да, над вот этим вторым вариантом развития событий, что все может как-то вот пойти совсем не так, как предполагалось. То есть здесь есть некий момент неизвестности, что дальше, как дальше. Но я вам хочу сказать, что у вас есть определенно еще какой-то момент, который вот все-таки нужно пройти, нужно... Давайте посмотрим на сегодняшний день, что между людьми, что сейчас вот происходит, да, что сейчас. Вот это поиск какого-то правильного выхода, правильного варианта. Правильной дороги. А что здесь, да, происходит? Ну вот поиск правильного направления прямо идет, да? Правильного направления к счастью. Я вам скажу, что несмотря на то, что вот сейчас, да, какая-то может быть... неизвестность, может быть какая-то вот тревожность, по старшему аркану Солнца, да, вот... человек будет искать путь, и он этот путь найдет. И найдет правильную дорогу, да, и вот в отношениях здесь все будет очень хорошо. И этот момент, это как временное, да, это временно, ситуация временная, и она идет как по карте искупления. То есть это момент некой уплаты за то, что будет потом. А потом будет солнце, а потом будет счастье. То есть сейчас очень может быть какая-то вот тревожность, расстояние, может быть какой-то момент, да, ожидания каких-то шагов от этого человека, четкого решения, определения, какой-то момент, который так или иначе, да, вводит эту женщину в тревожное какое-то состояние. Но карты указывают на то, что это как бы плата, это плата, да, за то счастье, которое придет, за тот успех, да, за ту удачу, которая придет, потому что вот идет, да, момент, ты сейчас платишь за то, чтобы найти правильную дорогу, обрести правильное направление к счастью, чтобы быть счастливым, чтобы быть вот в этом старшем аркане Солнца. В любом случае, я вам скажу, если сейчас вас преодолевает, да, какая-то тревога, какие-то волнения,
Это все рассеется. Это плата за будущее счастье. Это плата за то, что потом, да, вот перед вами будут открыты все дороги. Потом, да, ваши отношения действительно перейдут на новый уровень. Более того, я вам скажу, что вам по судьбе вот это солнце, вам по судьбе в паре с этим человеком быть счастливой. И те какие-то нюансы, моменты, да, какие-то переживания, это... Ну вот карты показали, что все-таки это, да, как нужно отдать дань, нужно пройти какой-то момент, знаете, ну я бы сказала, испытаний для того, чтобы это счастье было тебе дано, для того, чтобы ты это счастье действительно заслужил. И я вам хочу сказать, что это будет не какой-то единичный момент, да, это очень много красивых событий, это очень много счастливых моментов, которые еще ждут вас впереди. Если сейчас вы вот как-то на расстоянии, да, и волнуетесь за этого человека, эта ситуация разрешится, эта ситуация, да, она будет разрешена, и она будет иметь очень хороший результат. В конечном итоге, да, вы как бы получите заслуженное, да, то есть то, что, возможно, сейчас волнует, да, это будет, за это будет уплата, да, за это будет какое-то вознаграждение будет, вот так вот. То есть за какие-то переживания сейчас будет вознаграждение в будущем, будет счастье в будущем. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, что этот мужчина думает о вас сейчас? Думает он о вас очень много. И действительно желает вот какого-то перерождения. Очень много человек обдумал, продумал и оценил, возможно, ваше влияние вообще на его жизнь. Вы знаете, как-то он абсолютно по-иному и по-другому сейчас уже смотрит на ваши отношения и понимает для себя, да, в большом желании с вами, да, вот этого перерождения, вот этого нового, да, нового росточка, который превратится в могучее дерево. Этот мужчина очень много думает о ваших отношениях и о вас. И определенно точно он видит вас, женщину, для себя особенную. Возможно, женщину, которая подарена судьбой, подарена, да, для большего, подарена для какого-то, да, возможно, перерождения его, да, перемены вообще его жизни. Он определенно точно вас, знаете, как подарок судьбы воспринимает вас, как женщину, человека, подарок судьбы, вознаграждение, да, судьбы где-то. Очень нежная, очень, знаете, такие нежные и трепетные чувства к этой женщине. Очень. И да, вы вот эта золотая рыбка. И он прекрасно понимает, что если, да, эту рыбку, да, где-то зажать в руке, она точно ускользнет. Только любовью, только лаской, только, знаете, каким-то нежностью, да, вот эту рыбку, да, можно приручить. Вот эту рыбку можно в руках удержать. Вообще, отношение к вам и ваше видение, вы прекрасны, вы нежная, вы молодая, да, энергия любви. Просто энергия любви, концентрация, да, каких-то очень нежных чувств по отношению к этой женщине. Очень много этот человек вот как-то желает, знаете, он убежден, что очень много и прекрасно еще ждет вас впереди. И вы знаете, он сейчас в каких-то мечтах, этот человек. Он думает о вашем будущем. Он думает о том, что будет впереди. И как он будет с вами счастлив. Ну, давайте посмотрим еще, что думает этот человек о вас. Что он о вас думает? Знаете, это тоска. Это тоска. Очень может быть, что люди сейчас не рядом, что люди сейчас, возможно, на расстоянии находятся. И такое, знаете, тоска. Тоска, которая вот звучит, да, иногда она звучит как-то тихо, да, когда человек занят какими-то своими делами, когда человек занят какой-то суетой жизни, и очень может быть, да, его карты показывают такой какой-то активности, и вот только вот мысли о вас, они дают вот это такой, знаете, подъем над какими-то трудностями
Вот мысли о вас, они дают ему, знаете, как-то отдохнуть душой и подняться над какими-то трудностями. Очень может быть, что какая-то ситуация очень даже, знаете, непростая вот сейчас в жизни у этого человека. И есть некий момент тоски. Тоски, потому что здесь четко идет момент, если вы сейчас не рядом с этим человеком, это обстоятельства, это не его воля, это не его желание. Может быть, да, момент какого-то деньги зарабатывает человек, да, где-то находится на расстоянии. Но мне больше идет, знаете, вот какая-то вот непростая, возможно, без вас ему тяжело, да, этому человеку. То есть он понимает, что вот ему вас очень сильно не хватает все же. Но чем, знаете, сложнее день, чем сложнее ситуация, чем больше, да, вот эта тоска о вас, вот это желание вот этого спокойствия и счастья душевного, оно вот возрастает. Я вам скажу, что этот человек очень желает вас чем-то порадовать, очень желает, возможно, это какое-то, знаете, желание как-то вас побаловать, возможно, где-то прямо ухаживать за вами, как за любимой женщиной, прикладывать усилия, где-то, я бы сказала, сделать все, чтобы вы были счастливы. Вот это такое, знаете, желание сделать все, чтобы вы были счастливы. Готовность, знаете, многое сделать для вас. Давайте посмотрим еще мысли мужчины о вас сейчас. Человек ждет очень встречу, очень ждет. И ему без вас безумно одиноко. Очень, очень много мыслей о вас. И вот действительно, вы вот этот свет в фонаре, понимаете? И я вижу, что сейчас, возможно, вокруг этого мужчины очень много каких-то моментов, страхов, каких-то, знаете, нюансов, да, вот которые так или иначе вот этой темнотой, да, вокруг него. Но вот этот фонарь, фонарь вот этой надежды, вот этот вы, как женщина, которая дает вот эту энергию подняться, да, над всем этим и сохранить, возможно, некую спокойствие душевное сохранить. Но здесь, конечно, вы даже ему помогаете в том смысле, знаете, чтобы как-то сохранять здравость, сохранять какое-то видение, правильное направление. Вот буквально, знаете, свет вот в этом фонаре, который освещает ему путь в очень какой-то непростой ситуации. И я вижу, что этот человек очень желает, знаете, ждет вашей встречи и желает вашей встречи, и желает вот этого партнерства с вами, и вот держит путь. Где бы он ни был сейчас, этот мужчина, он действительно держит к вам путь. Истинно, вот его душа очень желает просто, знаете, как бы двигаться в вашу сторону, быть рядом с вами. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Итак, на сегодняшний день, да, ну вот опять отшельник. Человек скучает очень. Очень скучает, очень он как-то, знаете, беспокоится. Очень может быть, что действительно расстояние между вами. Но я вам скажу, что да, этот человек для себя понимает, что вот о вас мысли, о любви к вам мысли, о какой-то страсти с вами мысли. И вы для него действительно женщина одна во всем мире. И начиная, знаете, от пальчиков ваших ног и заканчивая кончиками ваших волос, вы абсолютно прекрасная женщина для него. И очень, знаете, такое страстное желание к своей женщине, к своей любимой женщине, к своей единственной женщине в мире. И вы знаете, что я не могу сказать, что он прям в каком-то, в таком, это просто ощущение. И я вижу, что, возможно, какая-то ситуация его подтвердила ему, что вы действительно одна в его жизни, что вы действительно такая одна во всем мире. То есть это вот на сегодняшний день, это прям такое, знаете, в полной мере понимание и в полной мере осознавание, что без этой женщины я отшельник, что без этой женщины, да, я вот как вот этот блуждающий странник без фонаря. То есть, если у меня есть фонарь, у меня есть цель, у меня есть видение, эта женщина мой маяк. Нет маяка, да, вокруг темнота, и куда мне идти, да, иду ли я в правильном направлении. И только вот вы как вот этот маяк,
да, указываете ему, возможно, путь и даете ему очень много сил. Я вижу, что ему тяжело без вас. Для кого-то это может пройти даже, знаете, какая-то и не очень такая длительная ситуация, да, что, возможно, вы и виделись совсем недавно с этим человеком. Но преобладает вот сейчас момент, да, желание очень встретиться с вами, желание быть с вами, да, и это ощущение, что, ну, вот только рядом с ней и существует некая полнота жизни, а без нее я как бы все время иду к ней, да, так или иначе меня очень к ней тянет, к этой женщине. Ну, здесь, безусловно, желание объединения, желание счастья, желание, знаете, пройти все вот эти какие-то моменты, расстояния, переживания, и обрести счастье с этой женщиной, и не просто обрести, а понимать, насколько она ценна. И, знаете, этот человек осознает, что он всегда будет удерживать это счастье. То есть я хочу это счастье удержать и приумножить. Этот мужчина желает счастливых, крепких отношений с этой женщиной. Я вижу, что, конечно, сейчас может быть какой-то непростой период в этих отношениях, и какие-то могут быть моменты тревожные, но этот мужчина для себя понимает в полной мере, что вы его счастье, что вы его женщина, что без вас он одинок, и другой женщины ему не надо. Давайте посмотрим дальше. Итак, эмоции этого мужчины по отношению к вам. Ему очень хочется слышать ваш голос. Очень ему хочется какого-то общения с вами. И вы знаете, даже ему все равно, о чем вы будете рассказывать. Вот честно, просто чтобы вот ваш голос, чтобы он звучал. Да, лучше, чтобы вы несли хорошие новости, безусловно. Но вообще, знаете, как-то вот ему очень хочется слышать ваш голос. Слышать, знаете, где-то, возможно, какие-то есть у него сейчас воспоминания, чем-то он думает, да, как-то проигрывает, он как смотрит старый фильм, он как пересматривает какой-то фильм. Возможно, этот человек вспоминает какие-то моменты, и вспоминает именно моменты, когда вы смеетесь, когда вы улыбаетесь, когда вы что-то ему рассказываете, знаете, и вот как-то он сейчас, да, для себя, ну, определенно, знаете, видит вот ценность, да, вот в этой истории какой-то определенно, в этих каких-то моментах прекрасных. Мужчина думает о красивых моментах. Да, этот человек желает вас порадовать, да, чтобы вот этот момент вашей улыбки, вашего смеха, чтобы этого было больше в вашей жизни и в его жизни. То есть этот человек, конечно, в некой мере понимает, что ваша радость – это его радость. То есть порадовать вас – это быть вознагражденным самому. Потому что, да, вот здесь есть некий момент такого энергетического уже на сегодняшний день баланса между людьми. То есть если человек радуется, значит и мне радость его, да, передается. Но здесь человек, конечно, очень желает вас порадовать. Да, есть момент, что я хочу удержать эту женщину. Где-то очень опасаюсь, да, что я упускаю очень много. Что я упускаю какие-то шансы, возможности, какие-то моменты, да, возможно, прекрасные, которые могли бы быть нашей историей, да, нашей прекрасной историей любви. А я упускаю эти моменты в силу, да, вот этого шума, жизненного движения, какого-то вот такой суеты. И вот в этой суете, да, я где-то теряю какие-то очень важные и значимые моменты. Этот человек желает вас удержать, да. Вы знаете, возможно, сейчас ситуация такова, что он иначе поступать не может, как бы ему этого даже очень бы хотелось. Но есть момент, что человек беспокоится, человек боится потерять вашу любовь, потерять вас, потому что у него конкретно, знаете, такая ревность сейчас может бурлить в этом мужчине, что кто-то, да, смотрит на нее, кто-то восхищается этой женщиной, кто-то может слышать ее смех, да, а я вот где-то в каких-то своих, да, делах, в каких-то своих моментах. Ну, давайте посмотрим эмоции этого мужчины по отношению к вам сейчас.
Да, это желание какой-то связи, это желание каких-то слов, это желание какого-то подтверждения, услышать тон вашего голоса и для себя понимать, любите вы его, да, что происходит в вашей жизни. Каких-то очень хочется человеку новостей, очень хочется новостей, очень хочется с вами поговорить, да. Ой, девочки, да, потому что по справедливости, туз воды, по справедливости этот человек понимает и осознает, что это вот единственная правда, что я эту женщину люблю. И, возможно, на сегодняшний день этот человек понимает, что вот единственная ценность – это то, что я эту женщину люблю. И она вот одна во всем мире для меня. Да, этот человек очень желает какого-то разговора с вами, каких-то новостей хороших с вашей стороны, да, и очень ему как-то страшно вас потерять. Почему? Потому что по справедливости этот человек понимает, что вы большая любовь в его жизни. Давайте посмотрим дальше. Итак, какие мысли не выходят у него из головы? Какие мысли? Вы знаете, мысли о движении к вам, но вот эта колесница, знаете, она все-таки, это ночь. Это говорит о том, что еще что-то не сделано, еще что-то, знаете, возможно, какой-то контракт, да, должен закончиться, какие-то моменты, да, еще идет некий момент подготовки, но этот человек очень желает именно такого, знаете, возвращения, именно момента приезда, прихода к вам. Да, этот человек готов, возможно, даже многое изменить. Он готов многое изменить и как-то для себя понимает, что, возможно, нужно больше. Нужно больше, нужно, возможно, каких-то финансовую какую-то базу. Очень может быть, что этот человек задумывается над тем, чтобы поменять работу, возможно, поменять что-то, да, чтобы было приумножение, чтобы был рост, чтобы было развитие. Очень может быть, что этот человек сейчас задумывается над каким-то моментом, над каким-то, возможно, своим делом, новым проектом. Очень может быть, что уже какое-то предложение поступило этому человеку, да. И вот сейчас идет некий момент выжидания, да, как эта ситуация сформируется и как вызреет, и какой она станет. Но я вам хочу сказать, что это вот какое-то предложение, бизнес-предложение. Что-то касается денег и работы, оно будет иметь непосредственное значение и в вашей жизни, потому что это даст возможность этому человеку или забрать вас к себе, или приехать к вам, да, изменить какие-то жилищные условия, что-то в жизни менять. И я вот вижу, что, возможно, это предложение какое-то, оно уже поступило, но человек его не озвучивает в силу обстоятельств, потому что оно как бы еще пока что, вот как знаете, зависло в воздухе, да, и получится ли, да, будет ли эта энергия иметь, знаете, иметь продвижение, или оно как-то вот, знаете, затухнет. То есть он пока что не уверен, выгорит ли это дело. Но я вам хочу сказать, что да, есть некий момент какого-то предложения, какой-то возможности многое изменить. И это непосредственно связано с вами. Этот человек понимает, что это очень хорошо повлияет вообще на вашу жизнь и на ваши отношения. И сейчас идет некий момент такого, да, программирования, да, то есть он понимает, если эта ситуация, да, не получится, нужно искать другого варианта, но так как сейчас оно быть не должно, то есть нужно действительно что-то менять, чтобы иметь возможность, да, быть с этой женщиной, чтобы иметь возможность удержать эту женщину в своей жизни, радовать ее, любить эту женщину, быть с ней рядом. Человек желает что-то изменить, чтобы действительно быть с вами рядом. Вот такой вот у нас второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось, буду очень рада. А мы идем дальше. Итак, давайте посмотрим дальше. Итак, третий вариант. Если вы слышите в начале расклада, что
Интересно, да, что с вами резонирует. Смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Так, уже хорошо. Девочки, десятка кубков и двоечка кубков. И вы знаете, что да, здесь, конечно, взаимопритяжение. Здесь очень много планов, надежд на эти отношения, на развитие этих отношений. Есть некая ситуация, которая тревожит, которая беспокоит, да, между этими какими-то планами и желаниями. Да, для кого-то это может пройти, что у вас очень устоявшиеся отношения. Для кого-то может пройти, что это какая-то новая, да, отношение, новая завязка. И вам кажется, да, что вот, ну, хоть бы не обмануться, хоть бы не замечтаться, да, но поверьте, что этот человек тоже мечтает, он тоже думает о вас. Он тоже, знаете, строит какие-то, знаете, такие, возможно, на сегодняшний день мечты, да, по отношению к вам. Но вообще я вам хочу сказать, что да, здесь прекрасная картина. Здесь действительно есть притяжение, здесь действительно есть чувства и чувства взаимные. И, возможно, на сегодняшний день это ситуация, которая, да, еще много не расставлена на свои места. Это ситуация, когда вот эти черные вороны пока что вот кружат, да, над этими людьми, и все есть какое-то беспокойство. Но, вы знаете, эта любовь, она действительно имеет уже силу. И эта сила, она будет возрастать, и эти отношения действительно будут развиваться. Но давайте посмотрим на сегодняшний день, что же это за такое, знаете, волнение, что это за такое беспокойство здесь у нас. Ну что ж, покажи нам, что это такое. Да, очень много мыслей. Девочки, кубковые карты просто идут одна за одной. И вот здесь опять семерка кубков и солнце. То есть, что женщина, что мужчина в надежде, да, что все будет по солнцу, что все будет очень хорошо, что все, знаете, как-то разъяснится, объяснится, и какие-то тучи из этих отношений уйдут. Более того, я вам скажу, что эти люди на это надеются, они как бы идут друг к другу навстречу, и действительно какого-то контакта они найдут, эти люди. Но все же, да, мне вот интересно, есть какая-то, знаете, что-то есть между этими людьми, что-то есть. Это может быть человек, который... Ну, покажи мне, да, что это за человек. Ну, который не желает ваших каких-то, да, который стоит, возможно, который почему-то это не в его интересах, да, возможно, это эти интересы, он материальный. Очень может быть, что это может быть сестра, мама, это может быть... человек очень приближенный, это может быть человек, который почему-то, да, вот не желает, он закрывается, он не желает это признавать, он не желает это принимать. Я вам скажу, что возможно, да, для восточных стран, где есть момент, да, вот не одной жены, вот здесь этот момент может проходить тоже. То есть я не вижу, чтобы между людьми была какая-то тайна. Я не вижу, чтобы между людьми была какая-то недосказанность или недомолвка. Но есть между этими людьми, вот есть человек, который очень не заинтересован в этих отношениях. И это может быть как и человек близкий, да, человек родной, так и человек, которого так или иначе связывает, какие-то воспоминания связывает. Вот это женщина, это может быть женщина, которую связывает какие-то воспоминания с этим мужчиной, и вот она как бы не пускает, она как бы закрывает, она, это не в ее интересах, она этого не желает. И я вам скажу, что да, здесь может проходить момент, что здесь или какой-то материальный вопрос, то есть этот мужчина будет тратиться уже на эту женщину, да, на свою любимую, он желает с ней будущее, он желает строить с ней это будущее, и естественно, что его какие-то финансы, его энергия, его внимание будут нацелены на эту женщину. Более того, я вам скажу, несмотря на то, что вот какой-то вот человек так или иначе, да, вот это не в его интересах, и он очень недоволен, он ничего не сможет сделать, он ничего, знаете, как-то не сможет предпринять. Вот на сегодняшний день, да, он какие-то, знаете, там вот, может что-то высказываться, где-то может расстраивать, да, вот этого человека, этого мужчину, потому что, возможно, мнение этой женщины очень важно, но...
это не повлияет на ваши отношения. Это не будет каким-то, знаете, моментом, с которым вам нужно бороться. То есть, так или иначе, эта женщина, она будет вынуждена принять эту ситуацию, эти отношения и то будущее, которое будет в этих людей. Потому что я вам скажу, что между вами особенные отношения, между вами действительно большая сила. Сила любви, против которой, знаете, невозможно бороться. Более того, я вам скажу, что вас примут. И в будущем еще будут очень любить. Если это, например, мама, да, вашего молодого человека, и на сегодняшний день ей что-то не нравится, да, ее что-то не устраивает, она все равно находится в неком таком, знаете, моменте недовольства, потому что, да, понимает, да, что вот и финансы, и энергия, и где-то, да, любовь этого человека, она все-таки будет уже направлена в вашу сторону, потому что она видит, да, что это не что-то молниеносно проходящее, что это отношения очень значимые и важные для вашего мужчины. И она как-то, знаете, немного этому сопротивляется сейчас. Но поверьте, когда она узнает вас больше, когда она увидит, что вы действительно любите этого человека, когда она поймет, что это больше, да, это сильнее, и это, знаете, не то, с чем можно бороться и нужно бороться. Эта женщина не просто вас примет, она еще будет вас очень сильно любить. Будет вас очень уважать и очень любить, и очень поддерживать, понимаете, в разных моментах и в разных ситуациях, и отношений, и, возможно, в дальнейшем, и вот какого-то будущего, потому что вижу, что, конечно, здесь большие очень перспективы. И потому вы знаете, что на сегодняшний день вы можете знать или видеть, или понимать, да, что этот человек в какой-то степени, возможно, где-то, ну, недоволен, да, то есть где-то агрессирует, где-то вы этому человеку не нравитесь. Но я вам хочу сказать, что вы посмотрите на это под другим углом, потому что именно в этой женщине, в этом человеке в будущем вы найдете союзника, вы найдете очень даже человека, который будет вас очень сильно поддерживать. Который очень сильно, знаете, будет как-то в каких-то ваших планах, желаниях, движениях, развитии этих отношений. Она будет на вашей стороне. Ну что ж, давайте посмотрим. Очень интересная завязка у нас здесь. Давайте посмотрим мысли этого мужчины о вас сейчас. Вы знаете, этот человек, ну, во-первых, это очень сильное притяжение. Это просто, знаете, пожар, огонь, это просто радость, это притяжение, это вот она одна, все, да, все, гори ярким пламенем, и только одна мне нужна. Определенно человек видит в вас ту женщину, которой, ласки которой он безумно желает, знаете, любви которой он безумно желает. И где-то понимает, что каким бы он ни был, знаете, серьезным, сильным, какую бы маску он ни носил, но рядом с вами он просто, знаете, где-то понимает, что вы, конечно, имеете над ним определенно силу, силу любви. То есть где-то от своей любви, от своих чувств к вам он, знаете, не может защититься, да, где-то он бессилен, это его накрывает, это его радует, это, знаете, приносит такие яркие краски в его жизни. И да, здесь очень сильное желание к этой женщине, стремление, движение, да, вообще к этой женщине. И я вам хочу сказать, он вам не говорит, но у него определенно есть такой момент, что я, знаете, как бы накапливаю что-то. Очень может быть, что этот мужчина, да, очень даже конкретно подходит к моменту вашего совместного будущего. То есть уже на сегодняшний день он как-то для себя понимает, так, знаете, как собираем орешки, как вот эта белочка, да, то есть собираем, возможно, денежку, какие-то финансы и мечты о доме, и мечты, знаете, о какой-то стабильности, и конкретно, да, в ней я вижу ту женщину, на которую я хочу смотреть, смотреть все время, да, на нее, чтобы она была рядом со мной, чтобы она была вот в моем доме, чтобы она мелькала у меня перед глазами, да, и
И наоборот, да, и вот эти какие-то моменты я вот хочу сохранить, я хочу, да, как-то запастись, я хочу быть в неком изобилии вот этой любви этой женщины, чтобы любви этой женщины и этой женщины самой было в моей жизни как можно больше, да, что больше, 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 чтобы просыпаться с ней, чтобы засыпать с ней, чтобы проводить время, чтобы мечтать, чтобы что-то планировать, чтобы что-то делать, да, и все, и чтобы везде была она, чтобы везде была она, чтобы везде она была вездесущая, как вот эта белочка, да, и чтобы она как-то была всегда-всегда рядом. Ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Ну, здесь конкретно идет момент, что я думаю, да, о том, что будет вот дальше. Мужчина думает о том, что будет дальше. У него конкретно есть какие-то планы на вас. Очень-очень вы ему интересны, очень вы ему нравитесь, этому мужчине. Давайте посмотрим. Итак, мысли твои об этой женщине. Ну, безусловно, она шикарна, она роскошна, она умна, и где-то мне очень хочется, да, быть не только в этом саду, да, в ее жизни, этой женщине, но где-то и быть творцом в этом саду, да, где-то быть садовником, где-то быть непосредственно причастным к той красоте, к тому счастью, да, в котором будет жить эта женщина. Этот мужчина желает, знаете, быть непосредственно участником вашей жизни, непосредственно главным, знаете, персонажем в вашей жизни, важным, значимым человеком для вас. Да, у него очень много мыслей на сегодняшний день, и более того, я вам скажу, что это какие-то, он счастлив в этих мыслях. Он счастлив в этих каких-то мечтаниях, и вы знаете, так много важного в его жизни появилось, и так много интересного, связанного с вами. И да, есть какие-то моменты, возможно, которые где-то его огорчают. Очень может быть, что эти такие моменты, они связаны вот с этой женщиной, важной для него. Но мне идет, что это или сестра, или мама, или это может быть, да, бабушка, тетя. Это человек, который... Ну, возможно, имеет большое значение, да, для него, вот некого принятия, да, он хотел бы от этой женщины, чтобы эта женщина вас как-то вот приняла, и чтобы она к вам хорошо относилась, вот для него это важно. И я вижу, что вот он как-то и думает, знаете, об этом. То есть я желаю, да, быть в жизни этой женщины. Желаю, чтобы она была в моей жизни. И я где-то, возможно, хочу и какие-то углы сгладить, да. Где-то я хочу найти какого-то компромисса. И, возможно, очень, да, он желает вас или познакомить с этой женщиной. То есть он желает, чтобы она увидела, да, и ваше отношение к нему, и ваше отношение вот с этим человеком, то есть чтобы она где-то, знаете, приняла вас. Ему очень важно это, ему очень этого бы хотелось. Но я вот и вижу, да, что это и произойдет. То есть некий вот этот контакт, доверие, и я бы даже сказала, что... Знаете, такое бывает редко. Очень часто происходит вот это противостояние, которое сохраняется на многие годы. Но вот в этом случае я вам скажу, что вот ваше противостояние с этой женщиной, оно перерастет в очень такие крепкие отношения. Я не могу назвать это дружбой. Я не могу это назвать какой-то, да, любовью, да, что эта женщина вас любит. Она как бы в вашей команде. Она с вами в одном союзе, да. Она на вашей стороне. Это более, знаете, вот такой момент. То есть у вас как бы общая цель. И быть, чтобы этот мужчина был счастлив, чтобы, например, да, ваши отношения развивались, чтобы все было... Было, знаете, хорошо. У вас как бы одна цель, к которой вы идете. Я вижу, что эта женщина, она действительно вот в будущем, она вам будет очень даже, знаете, так, она будет просто на вашей стороне всегда. Она будет вас поддерживать. Давайте посмотрим еще. Ну, вы женщина, да, вот в глазах этого мужчины, которая нравится, ну, вот ему кажется, что
вы действительно лучше всех, что вы нравитесь всем, что вы такая обаятельная и умная, и талантливая, и такая разносторонняя, и вместе с тем вы обладаете вот таким женственностью, таким магнетизмом, и абсолютно точно вы для него, знаете, такая его волшебница, которая делает его счастливым человеком, и от того, знаете, вы номер один, вы на высоте, вы лучше всех. Вы действительно, знаете, такая его чаровница, его любимая, да, женщина, с которой он желает десятку кубков. Девочки, вообще весь этот расклад, это о большой очень любви этого мужчины. И действительно, да, вот мысли, вот смотрите, вот это желание, мечтание вас и мечтание о десятке кубков. И первая карта десятка кубков. То есть, ну, у мужчины очень искренние чувства к вам. И действительно, на сегодняшний день мужчина планирует будущее. Мужчина думает об этом будущем. Мужчина, знаете, как-то, возможно, и уже прикладывает какие-то усилия к конкретным материальным планам, да, материальным вложениям. В то, чтобы у вас действительно все получилось. Давайте посмотрим, как этот человек на сегодняшний день воспринимает ваши отношения и каких отношений он желает. Очень сильное притяжение, очень сильное. И вот действительно, да, и рыцарь чаш говорит о том, что вот эта искренняя чистая любовь, что это желание проявляться, удивлять, любить эту девушку, эту женщину. И вы знаете, как он желает, да, вот ваши отношения все-таки по императору. Этот человек желает быть императором вашей жизни, важным, значимым, да, естественно, да, обладать этой женщиной, любить эту женщину где-то, да, чтобы она была только моей, где-то, возможно, такая жадность есть, да, вас, что никому не отдам, никому не уступлю, да, и все, да, это даже не обсуждается, это не поддается никаким, знаете, сомнениям, то есть этот человек очень в себе четко уверен, да, что если эта женщина и если эта женщина танцует, она должна танцевать для меня. Вот так вот. Для меня. Петь для меня, танцевать для меня, любить меня, да, быть счастливой рядом со мной. И да, здесь очень сильное притяжение, здесь такое желание, да, где-то этот человек понимает, что, ну, просто, да, цепями его тянет к вам, и он не желает, и не желает как-то даже и упускать вот этих моментов, да, вот этого притяжения. Очень сильное притяжение между людьми, притяжение, с которым невозможно вот справиться. Давайте посмотрим еще, да. Я бы сказала, что да, здесь, конечно, может быть момент каких-то, да, нюансов, но это все преодолимо. Это все, вот я вижу, что человек понимает, что есть вот эта взаимность с вашей стороны, и то, что, возможно, сейчас является какими-то тревожными мыслями, это всего лишь, да, это очень незначительно. Потому что, ну вот, искренние желания, искренние чувства к этой женщине, они дают ему силу вот справиться с этим всем, да, и как-то даже не считать, что это вот какая-то сложность. Это просто суета жизни, которая так или иначе пройдет. Да, вы знаете, что этот человек очень хотел бы ускорить какие-то события. Очень ему бы хотелось, знаете, чтобы все было быстрее, чтобы все было как-то быстрее решалось, быстрее, знаете, происходило с одной стороны. А с другой стороны, этот человек наслаждается моментом здесь и сейчас, в какой бы фазе отношений вы ни находились. То есть, вы знаете, с одной стороны, ему хотелось бы ускорить события, да, а с другой стороны, наоборот, знаете, задержать минуту здесь и сейчас, когда я рядом с ней, когда я счастлив. И вы знаете, ему все равно, кто смотрит, да, кто что видит. Потому что здесь, конечно, идет момент, что когда этот человек рядом с вами, или когда он с вами общается, просто его лицо, его глаза выдают его чувства и его, знаете, такую увлеченность вами, как женщиной. То есть я бы сказала, что людям вот посторонним, ну, видно, что вы ему очень сильно нравитесь. Да, и ну вот здесь есть вот этот момент. С одной стороны, хочу ускорить, чтобы события развивались побыстрее, а с другой стороны, хочу остановить мгновение здесь и сейчас, когда я рядом с ней, когда мы счастливы.
И да, и вот как-то вот прожить, насладиться, запомнить вот этот момент в полной мере. Мужчина желает, конечно, развития этим отношениям, желает вот этой вереницы событий, желает, знаете, всего с этой женщиной. Давайте посмотрим эмоции мужчины по отношению к вам. Ну, я вам скажу, что, конечно, туз пентаклей нам указывает на то, что он видит вас и воспринимает вас как свой золотой билет, и его эмоции, когда вы рядом с ним или когда вы с ним общаетесь, с этим человеком, это счастье. Это счастье вот в своей какой-то чистоте. Человек просто счастлив, когда вы рядом с ним, когда вы уделяете ему внимание, когда вы говорите ему какие-то нежные и красивые слова. Человек просто счастлив, когда вы соприкасаетесь с ним. Его эмоции, ну, по десятке земли, девочки. Конечно, у мужчины самые даже и серьезные намерения, и действительно на сегодняшний день это четкое понимание, что ему повезло встретить вас, женщину, с которой он действительно видит свое будущее, с которой он действительно, да, вот желает вот этого прекрасного будущего вместе. И где-то, знаете, есть некий момент, хочу к ней прикасаться. Вот настолько вы, знаете, желанны им, что он просто желает к вам прикасаться. И будь это, да, прикоснуться к вашему пальчику или вот быть рядом с вами. Вот когда он рядом, его эмоции, да, я хочу к ней прикасаться. И да, это счастье, это ощущение счастья, это ощущение, да, что это действительно женщина, с которой я могу строить свое будущее. И действительно вот это счастье может в полной мере войти в мою жизнь и стать вот по десятке земли чем-то, знаете, таким фундаментальным в моей жизни. Ну давайте посмотрим, какие мысли не дают ему покоя. Какие мысли? Ну вышло три старших аркана. Конечно, мысли действительно о вас не дают покоя, и очень сильное желание быть с вами, ощущение, что без вас ему тяжело, ощущение, что если не вы, значит никто, то есть этот человек как-то определился в своем каком-то решении, и вы знаете, что какая мысль не дает ему покоя? Некая, знаете, все-таки тайна сохраняется. Какие-то еще моменты не обсудили. Что-то еще не сказано, что-то еще не сделано. Еще, возможно, многое, да, очень много вопросов еще существует. Но вот какая мысль не дает ему покоя, чтобы вот этот цветок надежды вы все-таки ему дали. Чтобы вы все-таки сами, да, желали вот этого счастья рядом с ним, чтобы он был именно тем человеком, с которым вы, возможно, желали бы идти дальше по дороге жизни. Очень сильное желание этого мужчины. Он где-то, возможно, знаете, размышляет о том, что, ну, я очень этой женщиной, я не то что увлечен, у меня сильные чувства, а что чувствует она? Есть ли вот эта взаимная любовь между нами, да? То есть, конечно, он чувствует вашу энергетику, да, и вашу любовь, но ему как бы хочется больше, да, больше, сильнее. И вообще, да, вот что человек думает, что без вас он одинок будет. То есть вас никто и никогда не сможет заменить. Как будут развиваться события, пока что тайна, да, потому что здесь нужно приложить усилия. Но есть очень много надежд. Надежд на будущее, надежд на ваше совместное будущее. Надежд на то, что вы, возможно, в какой-то момент, да, станете действительно его спутницей жизни. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!